1 июля работают до 20. Состояние нормальное. Печное отопление было раньше. Не вентиляция, а печное отопление, мы в подвал спускаемся, да, она под подвалом. Утепление, видите, девочки? Утепление по чердаку как такового нету. Остается старое, то есть шлак, керамзит. Они по энергоаудиту, что еще утепление самих панелей, потому что панели, ну как бы, сад, да, да. Если их просвещать, то видно, где даже стоят приборы. Энергоаудит у нас делали Иванова. А это как, вы сами заказывали? Мы... Выйдем группы был, да. Она делала энергоаудит и составляла паспорта, да, у нас есть паспорта, там по теплосбережению на все наши учреждения соцсети. На все? На все. Вот, мы как раз от этого и оттолкнемся, да? Сколько у вас летишь? На 1 сентября будет 260. В принципе, меня все устраивает. Площадь их устраивает. И покрытие будет деревянное со ступенькой. Скат будет туда прям вот, ну, сейчас. Скат тоже все очень, да, удобно, да, будет. Мы сейчас вот по городу будем заниматься вопросом серьезно. Даже средств не хватает, не на что. Да? Да, бесконечно же это не будет снижать, а содержание, да, этих вещей. Знаешь, как экономить на ресурсы. Давай замену позиции. Она усаду чем закрыта? Вот здесь, да. Это значит, это точнее. Потому что, представляете, мне каждый год нужно будет их прокрашивать. Это опять денежки. Холодно, значит. То есть чисто технический вопрос, скажем так, согласовать вот эти замену, то есть вы или письмо напишите, что вот там... В рамках суммы сметы, да? Да. В рамках суммы сметы. Ну! В рамках договора.